Городской проект «Танцующие Иваново» на финишной прямой. Более 200 участников целый месяц посещали занятия у преподавателей школы «Айтаун Фэмили». Уже четвертый год подряд школа на месяц перекраивает свое привычное расписание, открывает двери для всех, кто любит и хочет танцевать. Целый месяц ребята занимаются бесплатно. Проект поддерживает администрация Иваново и спонсоры. В этом году решили попробовать сделать со студентами колледжей, потому что были вопросы, почему такой хороший проект и не практикуете со студентами. Вот. Хотели подтянуть студентов университетов, но я вот говорю, сейчас посмотрим, сделаем выводы по колледжам, и в следующем году мы планируем уже сделать среди студентов вузов. Для финального концерта участники проекта готовят связку на 1,5 минуты. Занятие по дэнс-холлу ведет молодой преподаватель Екатерина. В прошлом она сама была участником «Танцующего Иваново». Сама пришла в 2017 году. Был, по-моему, по счету второй проект. Тогда я давно хотела попасть в эту школу. Я узнала, что здесь преподают такой стиль, как дэнс-холл. И я сама его изучала с 15 лет где-то. И когда я узнала, что я попала в команду Кани Житковой и как раз на дэнс-холл, я была безумно счастлива. И, соответственно, я решила здесь остаться. То есть это прям мое. Это прям мое, скажут многие после этого проекта. В прошлом году остались заниматься в школе 60 человек. И это было рекордом. Как получится сейчас, пока неизвестно. Ребята присматриваются и пробуют себя. В прошлом году занималась один год. В этом году я не смогла попасть обратно. Поэтому решила попробовать другой вид танца. Мне стало интересно попробовать от школы выступить с одноклассниками, с классами постарше. Было интересно. Финал проекта пройдет в пятницу в Серебряном городе. Ребята покажут подготовленную связку и выполнят еще несколько заданий жюри. Станцуют все. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.